Я думаю, что этот вопрос очень скользкий, потому что, с одной стороны, разумеется, нужно пресекать любую экстремистскую, фашистскую, любую активность или побуждение каким-либо противозаконным действием. Это, разумеется, бесспорно. Но когда дело доходит до интернета, это становится все очень скользким, потому что интернет — это свободная история абсолютно, и пытаться накладывать запреты и контролировать что-то очень-очень, мне кажется, это странным, потому что ты тогда смывается грань, где этот экстремизм, где не экстремизм, да, и мне кажется, что вся эта история на самом-то деле как раз-таки не для того, чтобы контролировать какой-то экстремизм или противоправные действия, а в принципе, чтобы иметь контроль за той частью, наверное, социума и медиа, за которым никогда контроля не было, да. Поэтому, мне кажется, это непростой вопрос. Где будет грань между экстремизмом, да? Кто определит, где экстремизм, а где просто свобода слова, понимаете, о чем я говорю, да? Кто скажет, что, допустим, я не знаю, там, призыв просто выйти на митинг не экстремизм, да? Или, понимаете, о чем я говорю? Здесь это очень, очень спорный вопрос, мне кажется, что это... Мне кажется, что это должно обсуждаться и рассматриваться, разрабатываться очень долго.